находимся на территории Багаевского карьера. На Багаевском карьере 5 фабрик. В год производим 5 миллионов кубов продукции. Самое крупное предприятие в России по переработке ПГС. После строительства с компанией МЭЦ запуска предприятия мы стали самым крупным в Европе. Багаевский карьер является очень крупным предприятием по переработке нерудных материалов, по производству песка, гравия 3.10 и щебня 5.20 и 20.40 миллиметров. Задачей Багаевского карьера стояло увеличение производительности нерудных материалов, а также улучшение качества на предмет соответствия нормам ГОСТ. Обратились в несколько компаний. Из всех компаний компания МЭЦ отозвалась и работала лучше всех. Качество производимого материала, которое получили, оно в разы лучше, что на сегодняшний момент важно на рынке. Согласно ГОСТу, мы входили во второй класс. Сейчас вошли в первый класс по каменному материалу. Нами было поставлено оборудование, которое позволяло по входному материалу перерабатывать 1250 тонн в час. Нами были поставлены самые крупные пескомойки, это SF-2975. Особенность данного завода, данной установки состоит в том, что она полностью автоматизирована, и что в свою очередь снижает количество времени простоя завода на его обслуживание. Все закупки расходных материалов покупаем в компании МЭЦ. Плюс материалы, которые нужны для дальнейшего, это редуктора, автоматика, все с компанией МЭЦ, например. Ценовая политика ничем не отличается, а качество намного раз лучше. Производительность достигнута, максимально короткие сроки, все было выполнено. В течение месяца вышли на производительные мощности.